Мы сегодня, этот вечер, посвящаем тем, кого с нами уже нет. К сожалению, в этом году это не один случай, да? Вот сейчас мы вспомнили Сергея Малыша. Многие его хорошо знали. Боря Канценберг ушел в этом году. Вот. Я бы хотел посвятить первую песню, ну, именно вот этому настроению. Да, гитара звучит. Сыграем, вспомнив тех, кто далеко, кто вышел, но остался в нашем круге. Всех, с кем годами делали легко тягучий блюз и рок-н-ролл и буги. Вошел хоть раз, сюда опять притягивает что-то, и не удивляет групповой экстаз от неожиданной, случайно взятой ноты. Передавать другому мысль свою и знать, что тот ее не вточит в землю. Ведь в этом круге все играют и поют не для того, чтоб получить в итоге деньги. Все. То есть мне сказали, пока мы кофе не допьем, мы никуда не пойдем. Ну все, уже допили, наверное, да? Вперед. Поехали. Да, ну мы обычно блюз играем. Блюз когда играют, да? Когда хорошим людям, ну как мы, например, да? Ну, тоскливо немножко. Только мы изменили концепцию. Мы сделали блюз наоборот. Поехали. Я играю блюз
убегая от тоскливых ног. Я спою вам блюз наоборот. Все всегда ищем какой-то источник энергии, у каждого он свой. Так вот, наше мнение такое, что, ну, у меня, например, источник энергии представляется в роднике каком-то. Вопрос в другом. Где бьется этот родник? О, мама, с моей водою родник.
чтобы смог быть со мной. Душу, наверное, споем, да? Сейчас. Но это из личного. Я с детства
чувства рано начал спорить. Зачем, к примеру, ночью спать? Для всех домашних был я горем, что поздно начал понимать. И в спину тыкали соседки. Обидно так, хоть волком вой. Что когда я сплю зубами к стенке, тогда приходит дом покой. Смешно тебе, да? Мой друг, он тоже лютый спорщик, входя в промыв моих костей, всем говорил, что я хороший. А если положить постель, со мною случаи нередки, что я сияю в темноте.
Григорий Мартьянов, гитара. Кстати, можете поздравить, у него сегодня день рождения. Спасибо. На этом мы свою программу закончили.